работаем, нарабатываем какие-то там моменты и все, что нам нужно будет в дальнейшем. Идем со своим чередом, как корабль идет своим курсом. Мы сегодня будем так говорить, все равно есть такое понятие летний хоккей. Еще много что не получается, еще есть определенные моменты, над которыми мы еще даже не работали, даже не рисовали ничего. Поэтому то, что мы сделали сегодня, то, что подготовили, что-то получилось. Что-то будет получаться еще лучше. Поэтому нормально будет. Для товарищеской игры абсолютно нормально. На самом деле игра складывается сложно, первый раз на этой арене, первый раз в этих сочетаниях, так что друг к другу не особо привыкли, но результат показали, это главное, я считаю, у команды есть характер, и будем работать, и все будет. Ну, всегда матч между Динамо и ЦСКА, да, это уже такое дерби, не хочется ни в чем уступать. Где-то что-то там не понравилось, завелись обе команды, выясни отношения. Как, на самом деле, классическая концовка с ЦСКА, как бы всегда неприятный соперник, у нас недавние счеты, и я даже не сомневался, что так будет. Первый раз играли на арене, может... Ну, от того, что первый раз, сам лед, ну, надо было привыкнуть к нему, но уже к концу игры как бы не обращать внимания на это, надо было играть.